и Москва-Ленинградский вокзал. И мы хотим вам представить следующего участника фестиваля нашествия. Павел Анатольевич, скажи, как наш следующий участник уже неоднократно приветствовал наш фестиваль? Да здравствует нашествие! Ура! На сцене нашествия Вячеслав Бутузов и группа «Юпитер». Thank you.
возвышается крест, под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Привет, наше судье. За свой кошелек. Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек. Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног. Если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад. Всегда одна, это сказал фараон. Он был очень умен, и за это его назвали Тутанхамон. We'll be right back.
Спасибо. Я смотрю в темноту, я вижу огни. Это где-то в степи полыхает пожар. Я вижу огни, вижу пламя костров. Это значит, что здесь скрывается зверь. Я гнался за ним столько лет, столько зим. Я
больше сил. Смотри на звезду, она теперь твоя. И скрытают ночи, звезды светят в пути. Я лечу и мне грустно в этой степи. Он еще крепко спит, слишком сладкая боль. Не горит, не горит, утихает огонь. Когда утро взойдет, он с последней звездой поднимется в путь. Yeah.
читала мир как роман, а он оказался повестью. Соседи по подъезду, парни с прыщавой совестью. Прогулка в парке без дога может стать тебе слишком дорого. Мать учит наизусть телефон морга, когда ее нет дома слишком долго. Отец, приходя, не находит двери и плюет в приготовленный ужин. Она старше, чем мать, он должен стать ее мужем. Первый опыт борьбы против потных рук приходит всегда слишком рано. Любовь — это только лицо на стене, любовь — это взгляд с экрана. Ален Делон говорит по-французски. Ален Делон говорит по-французски. Ален Делон, Ален Делон не пьет одеколон. Ален Делон, Ален Делон пьет двойной бурбон. Ален Делон говорит по-французски. Парни могут стараться в квартирах подруг, она тоже бывает там, но это ей не дает ничего, кроме будничных утренних драм. А дома совсем другое кино, она смотрит в его глаза, и фантазии входят в лоно ее сильнее, чем все те, кто узнают ее. Ален Делон говорит по-французски. Ален Делон не пьет
сделают на пространство огромные здесь суставы. Смяли, чтобы сделать колонны. Одни слова для кухонь, другие для улиц. Здесь брошены орлы ради бройлерных куриц. И я держу равнение, даже целуясь на склонных. Отсутствие дела, нищие молятся, молятся на то, что их нищета гарантирована. Здесь можно играть про себя на трубе, но как не играй, все играешь отбой. И если есть те, кто приходят к тебе, найдутся и те, кто придет за тобой. Наши скованные одной целью, связанные одной целью, скованные одной целью, связанные одной. Здесь женщины ищут, но находят лишь старость. Здесь мерилом работы считают усталость. Здесь нет негодяев в кабинетах без кожи. Здесь первые до последних похожи. И не меньше последних устали, быть может быть, скованными одной цепью, связанными одной целью, скованными одной цепью, связанными Спасибо! Специально для нашествия. Красная кровь, через час уже кровь.
это земля. Через два на ней четыре трава, через три она снова жива. И согрета лучами звезды по имени Солнце. Способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон.